Приветствую вас, мои дорогие коллеги, онлайн-тренеры, консультанты, эксперты. Сегодня хотелось бы заглянуть чуть-чуть внутрь программы выступления перед камерой и онлайн. Ну вот смотрите, обязательные и желательные элементы речи, то есть какие-то ораторские навыки по составлению, структурированию вашей речи. Дальше, технические средства, которые необходимы для качественной съемки. Какие бы желательно и как пользоваться теми, которые есть. Как выглядеть в кадре лучше, ну, насколько возможно лучше, чтобы понравиться себе, как говорится, и людям. Ну, естественно, что голосовая, речевая разминка, чтобы вам нравилось, как вы звучите, какое освещение нужно, какие локации для съемки, движения. И, конечно же, так называемый постпродакшн-блок, способы обработки вашего видео и, соответственно, как его загружать в интернет. Все эти моменты вы не просто узнаете, вы попробуете их сделать. Знаете-ка, чем тренинг отличается от просто курса? Это не просто прослушивание материала. Это прямо тут, прямо во время обучения вы все это пробуете делать. И естественно, что это запоминается надолго. Ну что вам рассказывать? Вы же коллеги и все про обучение и образование знаете. Поэтому жду вас на курсе и до встречи в эфире. С вами была Елена Литвиненко.